СВЧ-брелки – светлячки и аксессуары для мобильных телефонов, реагирующие на микроволновое излучение. Можете представить, что каждый смайлик – это вы и ваши близкие. Итак, возьмем два телефона одной модели. Активность сети у обоих на максимуме, что показывают их индикаторы. Позвоним с простого мобильного на мобильный телефон с защитным устройством и поднесем его к индикаторам в момент связи с мобильным оператором. Вуаля, светлячки наперебой реагируют на излучение сотового телефона. А вот и дошел вызов до защищенного телефона. Проверим, как на него отреагируют индикаторы во время приема вызова. Вот индикаторы погасли и... Защищенный телефон связывается и получает сигналы вызова от мобильной сети. А индикаторы молчат. Никакой реакции. Теперь обратный эксперимент. Позвоним с защищенного телефона на обычный. Вызываем. В момент связи с мобильным оператором сигнал сотового максимален. Как мы видели, обычный мобильный телефон уже давно зажег бы всех светлячков. Но защищенные мобильные индикаторы не видят. Зато обычный телефон, принимающий сигнал, они чувствуют незамедлительно. Да еще как! Дождемся выключения индикаторов. И теперь поднесем безопасный мобильный, с которого идет вызов, светлячкам. Они опять на него не реагируют. И ежу понятно, эффект налицо, светлячков не обмануть.